В пятницу 16 сентября вместе с первым заместителем главы округа состоялась общественная комиссия по проверке хода работ на бульваре Кикоина и улице Комсомольская. По традиции объезд начался с бульвара, и в установленные сроки по благоустройству на этой территории подрядчик не уложился. Осталось устранить некоторые недоработки, такие как засыпать щебеночным покрытием небольшую территорию около скейт-парка, установить биотуалет, покрасить канализационные люки, навесить качели и прочие мелочи, но без них общая картина не вырисовывается. По поручению главы округа ведется еженедельная уборка территории бульвара техникой и дворниками. На 15 число сентября месяца на к этой дате подрядчик выполнить работы, которые у него находились, уже были выданы ему в работу, не смог по субъективным, объективным причинам, вызванным экономическим состоянием и так далее. То есть, но на сегодняшний день мы видим, основные работы на сегодня остались следующие. То есть это закончить работы по водоотведению боула, которые у него находились в рамках контрактной суммы. Выполнить работы по устройству газонов, выполнить работы по озеленению. И после проведения оперативки на объекте сейчас появляются дополнительные работы по облагораживанию поверхностей лесной, так называемой лесной зоны. После проехали на улицу Комсомольская. Строительно-монтажные работы по благоустройству завершены полностью. Многие жители уже посетили бульвар, воспользовались новыми парковками, сфотографировались с фигурками. Арбат начинает жить своей жизнью. Чуть позже здесь установят камеры видеонаблюдения с улучшенными техническими характеристиками для более четкой картинки. А в среду 21 сентября в 17 часов состоится официальное открытие этой территории. На сегодняшний день подрядная организация выполнила работы в полном объеме, за исключением посадки деревьев, которые по технологическим регламентам отнесены на 1-4 октября. Сроки эти зафиксированы. Деревья эти УКС уже видел, они стоят в питомнике и будут привезены сюда и высажены в этот срок, который нам подрядчик гарантирует. Бульвар Комсомольская просто преобразился. И хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте. И уже здесь стали отдыхать. Ходят влюбленные парочки, сидят пожилые люди. И, в общем-то, конечно, вот район просто преобразился. Завершающим местом по проверке хода работ, но уже без членов общественной комиссии, стала улица Ленина. Масштабные работы по укладке асфальта должны быть закончены в течение 2 недель. Работа продвигается по плану, и самое главное, подрядчик утверждает, что все завершится в установленные сроки. Сегодня, завтра катаем нижний слой, остановки, заезды, парковки и в понедельник. И в понедельник притаскиваем асфальтовую группу, и край во вторник мы начинаем катать покрытие. И параллельно, у нас на проезжей части колодцы, они плавающие. То есть мы перед асфальтированием сразу устанавливаем плавающие колодцы. Технология довольно простая. Бульвару академика Кикоина работы продолжаются. Основные работы по озеленению выполнены. Следующая неделя у нас, в принципе, полностью будет закончена часть, которая ближе к первому этапу. Полностью оттуда выходят. И усиливаемся на двух объектах в основном. Два объекта – это наша. Амфитеатр, который должен быть. На сегодня уже демонтировано старое разбитое покрытие. Завезена доска, лиственница. Сегодня идет окрасочные работы на территории площадки. Следующая неделя-полторы будет именно сосредоточена на работах по амфитеатру. Улица Комсомольской. Полностью готовый объект. Сегодня мы услышали единственные работы, которые еще нужно произвести. В строгое время, с 1 по 4 октября, будут высажены еще взрослые деревья. Анонсирую, перерезание красной ленточки, торжественное мероприятие. По открытию данной территории у нас состоится в среду, 21 сентября в 17 часов. Будет интересно, я приглашаю всех жителей.
На сегодня уже видим, что данная территория очень востребована, поэтому приглашаю всех на торжественное открытие. Сегодня посмотрели, как у нас обстоят дела с УБТ-сервис. Значит, здесь вы видите, на прошлой неделе он сделал все для того, чтобы все-таки нам было проще ездить по перекрестку Садовая Ленина, закатал нижний слой асфальта. Напоминаю, еще не приступали, в принципе, к ограждениям ограждения, но по графику производства работ ограждение – это последний, скажем так, пункт выполнения этого графика. Город меняется и преображается. С каждым днем улучшения видны все больше. Будем ожидать завершения работ, а в дальнейшем реализацию тех проектов, благодаря которым наш город будет процветать. Алексей Кузнецов, Павел Сизов. Объектив. Итоги.